Знаешь, вот там закуточки очень красивые, там вот, смотри, этот крестик свой на дверях. Что-то больше всех понравится. Да. Это вот кто-то снял, да? Вот не голубое, а вот там какие-то всякие рожицы, вот там вот колочек. И с той стороны подойди. Там чисто шакал. Итак, дорогие друзья, мы с вами только что посетили церковь святого Стефана, приходскую церковь города Майнца, которая здесь была основана в 1000 году, то есть в самом конце 10-го, в начале 11 века, знаменитым епископом Виллигисом, одной из главных личностей, способствующих христианизации края. Эта церковь затем в 14 веке подалась реготизации, так называемой, то есть она была перестроена на готический образец. Затем она была разрушена во время Второй мировой войны, отстроена в 1959 году, согласно тем планам, которые сохранились. И Шагалу было поручено в знак примирения создать витражи для этой церкви, что он и сделал. Существует 5 витражей Шагала, которыми вы можете здесь полюбоваться. Он выполнил эскизы, по которым были эти витражи и исполнены в реймских мастерских. Он не успел закончить все витражи этой церкви, поэтому дальнейшую работу проделал художник Марк. А город назывался Магунта. Когда сюда здесь был кельтское поселение, городом я, конечно, не могу это еще назвать. А что касается, и там еще такой, знаете, типа колесницы. Дело в том, что по преданию Виллигис был сыном тележника. То есть из низов общества был. И вот в пику всем, кто укорял его в этом низком происхождении, ввел в герб города колесо. Что хотите, чему хотите, тому и верьте. Но это небольшое отступление. Это была приходская церковь, подчеркиваю, отнюдь не собор. Собор внизу.
В 1338 году, то есть где-то в конце первой половины 14 века, естественно, эта церковь подверглась перестройке в готическом духе. То есть сегодняшний облик церкви соответствует тому облику, который у нее был в 14 веке. Вот в это же время и появился этот замечательный внутренний дворик, который мы сегодня с вами увидели. Во время войны церковь практически, как и многие церкви в Майнце, была разрушена дотла. Ее сравняли с землей. И вот тогда, в 50-х годах, начинается поднятие церкви из пепла, как это вообще все и делалось в городе. Вы видите, насколько он разрушен был по сравнению с тем же Висбаденом. Практически восстали здания, как птица Феникс из пепла. В том числе и эта церковь. И в каком-то смысле вот получилось так, что она становится церковь, поскольку она исключительно старая, неким символом Германии. Кстати, позвольте мне перебить себя саму. Вот это здание, сейчас вы его лучше можете увидеть отсюда. Это как раз музей античного корабельного дела. Вот тут и хранятся, вот в этом ангаре, вот если вы посмотрите, даже в окнах, нет, сейчас свет отражается, вот эти самые римские галеры, вот в этом здании справа. Так вот, вернемся к церкви, и вот дается заказ на новые витражи для этой церкви. Мы с вами в 70-х годах прошлого века, которые потом в римских мастерских притворяются в жизнь. И очень интересно то, что все голубое. Дело в том, что голубой цвет – это так называемый «bleu de Chartres», голубой шартрский. Открыт он был в мастерских в Шартре еще в 12 веке, то есть самые первые витражи, которые дошли до нас, витражи 12 века, они практически голубые, с небольшим добавлением красного. Желтое стекло они смогли делать, но оно было безумно дорогим. И только в конце 14 века был найден способ производства сравнительно недорогой желтого стекла. Поэтому сейчас я вас буквально за одну минуту, за одну секунду сделаю специалистами по части витражного дела. Если вы видите витражи с большим количеством желтого цвета, 15 век. Видите, как легко. Это называется справочники искусства для начинающего искусствоведа. А именно только bleu de Chartres. Вот использовать в качестве основного цвета именно вот этот вот голубой шартрский, оставив 15 век, и то есть желтый цвет, и вообще все остальные где-то за плечами. И вот это, ну, собственно говоря, был такой своеобразный вызов самому себе. И я считаю, что получилось совершенно феноменально. Вот этот вот небесный голубой цвет, который... Вот, кстати, собор прямо. Который действительно обладает неимоверной интенсивностью. И поражает вот такой, знаете, гаммой небесного. Гаммой небес. Шагал не успел это все закончить. Поэтому художник Огюст Марк, он свой голубой делает. Вы видели? То есть шагаловские вот эти вот алтарные работы. Тот тоже пробует все оттенки голубого, но уже главный мост, который также украшен фигурами воинов, в том числе и римскими, естественно. Это знаменитая набережная. Еще раз посмотрите на здание слева, тут мы сейчас проехали, парламента, Ивантага, музей. Дальше вот там вот два шпиля с такими луковичками. Это церковь Святого Петра. Это очень красивая, восстановленная барочная церковь, которая также практически была сравнена с землей. Они сейчас закончили, вот несколько лет тому назад,
полностью и восстановление внутреннего убранства. Там же неподалеку римская колонна Юпитера, которая была здесь найдена. Я вайта-вайта, да, сестра. Что здание слева? Это государственный архив и государственная библиотека. Одно из немногих сохранившихся зданий. Вот несколько какие-то здания здесь, естественно, сохранились. Вот, например, справа и слева. Но сравнительно немного. Тем не менее, это одна из вот...